вітаю, прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз поговоримо про таке. Протестуй своє кохання, де у Дніпрі можна безкоштовно зробити тест на ВІЛ і цілком анонімно. Сьогодні в наших гостях Світлана Родік, спеціалістка громадської організації «Синергія душ», та Анна Ларченкова, соціальна працівниця громадської організації «Синергія душ». Я вас вітаю. Що ж, пані Анно, почнемо з вас. Будь ласка, розкажіть про саму акцію і як саме в кого взяти цей тест, куди звертатися. Тест можна заказати на сайті «Прозд'я», також на в організації по вулицю Владимира Антоновича 103/3, это организация «Синергия душ» наша, вы можете прийти, получить тест. Можете заказать тест на сайте «Прозд'я», зайти, там с вами свяжется социальный работник, и вы скажете, куда вам ее отправить новой почтой. В тест там будет входить презервативы, сам тест, инструкция для использования и номер телефона социального работника, к которому вы можете обратиться с вопросами по использованию, и в случае положительного результата набрать по этому номеру, вас сопроводят дальше. Скажите, пожалуйста, сколько дней так триватиме такая акция? Неделю. С какого дня? Это будет... Я не помню, с какого. Ну, вообще-то не только акция, это можно делать на протяжении всего времени. То есть это не конкретно акция, это сейчас акция ко дню влюбленных, но заказывать тесты и проходить его можно в любое время, мы всегда на связи. Скажите, пожалуйста, для чего такую акцию, так бы мовити, влаштовуєте? Саме чому до Дня закоханих? Ну, потому что забота, любовь, это все рядом, а День влюбленных... Ну, позаботиться о своей второй половинке, о ее здоровье, если вдруг, не дай бог, положительный результат, то мы поможем встать на лечение и лечиться. Скажите, пожалуйста, еще раз давайте детальнее, если, не дай Боже, результат все же позитивный. В тест, то там будет в этом комплекте вкладывать контакты, да, специалиста. Да, что это за специалисты? И когда им можно звонить сразу, и что будет дальше? Это или мой номер телефона, или номер телефона социальных работников моих коллег, которые специально обучены и которые сопроводят и объяснят для дальнейшего дообследования, то есть после положительного теста еще нужно дообследоваться. И социальные работники помогут пройти дообследование и в случае положительного дообследования встать на программу лечения. Понятно. Лечение бесплатное. А скажи, пожалуйста, как реагируют люди, у которых позитивный тест на ВИЛ? Очень по-разному. То есть есть люди, которые сразу в панике, но мы объясняем, что это сейчас хроническое заболевание, которое, если принимать препараты, препараты бесплатные, препараты доступные, то на качество и на количество жизни ВИЧ не влияет. Как вы знаете, то чему люди лякаются, дізнавшись, что у них ВИЛ? Ну, потому что нас воспитывали еще тогда, когда это было смертельное заболевание, когда не было препаратов, когда люди умирали, потому что не было лечения. Сейчас есть лечение, которое купирует. Да, вылечить его полностью пока еще невозможно, но есть препараты, которые купируют ВИЧ, человек не распространяет ВИЧ-инфекцию дальше, и живет полноценной жизнью, рожают здоровых детей, живут с необязательно ВИЧ-положительными партнерами, все в порядке. Можете, будь ласка, ще уточнити стосовно тесту. Один тест на одну людину, або ж, наприклад, я можу взяти там два теста собі і своїй парі. Можете взяти собі і своїй парі. Чи потрібно при цьому заповнювати якісь документи або анкету? Нет, ну, достаточно созвониться, сказать, куда выслать номер новой почты, номер телефона именно для почты. Вы можете назваться любым именем, любым человеком, это анонимная информация, и никуда эта информация дальше не идет. Дякую вам. Ну, власне, перейдемо більше так до ВІЛу. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, про це захворювання. Спочатку загальна інформація, потім вже будемо переходити по блоках лікування, прийняття в соціумі. Спочатку от загальну інформацію. Нагадаємо, що це за захворювання. Я хочу напомнити о том, що ВІЛ – це вірус імунодефіциту чоловіка. Це зараз вже хронічне захворювання. Є лічення. Лічення, як сказала Анна, воно безплатне. Лічення достатньо. Вдають, закупають глобальний фонд і є, закупають государство. Лічення
назначается сразу, практически в тот же день человек может выявиться, и его социальный работник доведет, сразу поставит на диспансерный учет, и в этот же день могут назначить лечение. Ну, что очень облегчает вообще, в принципе, не нужно ходить там лишний раз, не нужно ходить 2, 3, 5 раз, как это было раньше, когда еще там были какие-то протоколы медицинские, по которым надо там по CD-клеткам смотрели, но это специфические анализы. Сейчас не нужно ждать никаких анализов особых, могут назначить лечение сразу в этот же день, и человек начинает уже лечение. Люди живут полноценной жизнью, умирают, как и все люди биологически от старости там или это самое, и их смерть никак не будет связана с ВИЧ-инфекцией. Единственное, что это очень заболевание стигматизированное. Почему люди и не хотят идти тестироваться, почему люди не хотят узнавать о своем статусе, потому что они боятся столкнуться именно с непониманием общества, с непониманием людей в округе, которые их окружают. И это очень, ну, это очень такая, ну, очень большая проблема. Это именно невосприятие обществом людей, которые живут с ВИЧ-инфекцией, или вообще в принципе это заболевание. Это хроническое заболевание, которое вышло за рамки уязвимых групп, то есть это уже не женщины коммерческого секса только, а там, допустим, мужчины, практикующие секс с мужчинами, и люди, которые употребляют инъекционные наркотики. Это общее население, которое может инфицироваться любой человек, независимо от его какого-то социального, там, допустим, предназначения или социального образа жизни. Поэтому мы всех призываем обязательно тестироваться, обязательно знать об этом, потому что все-таки ВИЧ-инфекция – это не грипп. На ногах его мы не переходим там. Ну, переходили там на ногах, ничего страшного, это не насморк. Постепенно идет разрушение иммунной системы. Иммунная система разрушается, и это заболевание может не проявляться в течение 10-15 лет, в зависимости от того, с каким иммунитетом, в принципе, при рождении был человек. И через 10-15 лет оно может проявиться по-разному, вплоть до того, что человек может однодневно, там, двухдневно стало плохо-плохо, человек лег, и, к сожалению, тогда уже поздно, и врач ничего не может сделать, люди погибают. Человек может погибнуть и молодой, и тогда это будет связано с уже, естественно, с ВИЧ, потому что это все поздно. Підкажіть, будь ласка, як багато людей має цю інфекцію, там, наприклад, кожен 10-й, кожен 9-й або ж менше? Я не могу сказать вам точную цифру, но я точно знаю, что, допустим, в городском центре СПИДа на диспансерном учете состоит 7 тысяч человек. Это только городской центр СПИДа, из них 6 тысяч там с копейками получают антиретровирусную терапию. Есть еще кабинеты доверия у нас по городу, и есть областной центр СПИДа на Бехтерева. Поэтому общее количество у нас, допустим, заболевания, ну, и оно растет с каждым, вот растет с каждым месяцем. Мы с этим сталкиваемся, мы это видим каждый месяц. У нас есть отчеты, которые мы ведем, и мы понимаем, что заболевание распространяется не слабо. Для нашего города, ну, выявление не маленькое, будем так говорить. Чи можна назвати ВІЛ, так мовити, чумою 21-го століття? Я думаю, что нет, потому что, во-первых, есть препараты от этого заболевания. Его вылечить полностью невозможно, но точно так же, как есть люди, которые там сахарным диабетом болеют, они на протяжении всей жизни там употребляют, допустим, инсулин, им колят там инсулин и какие-то препараты. То же самое происходит и с этим заболеванием. То есть человек приходит, получает препараты, он пьет один раз в день, там одну таблетку или две, как припишет врач, ну какую схему там врач смотрит уже, приписывает, человек пьет эти препараты и живет абсолютно полноценной жизнью, пользуется бассейнами, отдыхает, работает без всяких проблем. Скажите, будь ласка, как держава підтримує ВІЛ-інфікованих, чи підтримує? Ну, наша держава вряд ли их підтримує.
Раньше были как-то вот, когда у нас были доноры иностранные, там глобальный фонд и так далее, их больше там поддерживали, там всякими пайками, там помогали какие-то помощи были. Сейчас мы знаем, что глобальный фонд потихонечку уходит от финансирования, и мы переходим на государственный бюджет. Поэтому немножечко, конечно, такие какие-то поддержки прекратились, но есть организации, такие как мы организация, мы не одна организация, в каждом городе есть организации, которые поддерживают, которые помогают, обучают. Самое главное, я считаю, это поддержка психологическая, поддержка моральная, поддержка, обучают социальных работников, это тоже немаловажно. У нас социальные работники, они специалисты своего дела, они, самое главное, они могут помочь принять этот статус на том моменте, когда человек узнает, ему тяжело, и психологически тяжело, и морально тяжело. Люди обученные, люди знают, как сказать, как найти подход, какие слова сказать, где найти. Есть люди, которые работают по принципу равный равному, то есть на своем примере рассказывают о том, что я тоже ВИЧ-инфицированный, допустим, и я вот принимаю эти препараты, и там, я вот живу так полноценной жизнью, так. Разные ситуации, и я считаю, что поддержка информационная, но она важна для человека, который ВИЧ-инфицирован. И хотелось бы, чтобы было больше вот от государства, больше вот таких, наверное, в средствах массовой информации о том, чтобы говорили везде, чтобы именно отношение общества менялось к этим людям. Потому что это люди, они очень стигматизированы, они боятся кому-то сказать свой статус, потому что те же медики бывают даже иногда говорят там, а мы не будем там иди к спидологу или какие-то такие вот стигматизирующие слова и так далее. Но из этого люди боятся вообще кому-то говорить, рассказывать кому-то, рассказывать только, что вы не ходите, вы не тестируетесь, потому что не дай бог у вас это есть, и вас потом точно так же начнут клевать, как и меня. Поэтому само отношение общества надо менять к этим людям. Тогда мы эту инфекцию сможем побороть. Дякую, понятно. Будь ласка, розкажіть про ваші особисті методи. Ви безпосередньо працюєте з людьми, які мають таку інфекцію. Ваші методи, як пояснити, що це просто хронічне захворювання і все життя попереду, що все добре? Там на самом деле нету каких-то вот прям методов, основних прям методов. Просто, как я уже говорила, это должна быть человечность. То есть в первую очередь я понимаю, что я общаюсь с человеком. Человек, который сейчас потрясен, которого просто нужно поддержать. То есть потом уже, включаются какие-то там профессиональные объяснения и так далее. Но в первую очередь это нужно поддержать, отнестись к человеку с пониманием. Когда человек будет видеть во мне, что вот я уверена в себе, что я знаю, о чем я говорю, и я его понимаю и поддерживаю сейчас, он уже будет не так бояться, и тогда у нас с ним получится работа, и у него прекратится паника. В первую очередь человек испытывает панику. Вот ему сейчас сказали, все, у него паника, он болеет. И в этот момент важно объяснить, что это не смертельное заболевание, и поддержать человека, и просто человечность. Понятно. А какие дії и как реагувати, аби не образити та підтримати людину, якщо, наприклад, твій знайомий, чи твій друг, чи твій родич дзвонить та каже: «Алло, я зробив тест, у мене ВІЛ-інфекція». Отношение к человеку. То есть у человека, у социального работника, у него в первую очередь должно быть правильное отношение к людям, вообще ко всем. ВИЧ-положительный это или не ВИЧ-положительный, или это человек без определенного места жительства. Или просто отношение и человечность. Просто нужно относиться к людям, как не к каким-то там, человек ВИЧ-инфицированный, значит, это какой-то наркоман там или еще что-то. Нет, это просто человек, который сейчас столкнулся с какой-то, с ситуацией с этой. И если сейчас я ему, к примеру, не поддержу его, то, возможно, его кто-то еще там не придет. А сейчас я ему объясню, что его, в принципе, ничего такого сейчас не произошло. Хроническое заболевание, как есть хронический бронхит, как есть там хронический пиелонефрит, ничего смертельного не произошло. И тогда человек психически, психологически, он будет устойчив, и тогда у него будет расти и иммунитет. Потому что иммунитет тоже зависит от нервных клеток, от нервов и так далее. Тобто, коли хтось з рідних має таку інфекцію, і, наприклад, я про це дізнаюся, моє завдання, перш за все, його підтримати. Обов'язково. Тобто, це більший процент роботи з чоловіком – це підтримка. І вже потім все це. Тільки коли чоловік починає… Спочатку чоловік йде в агресію.
То есть сначала человек вообще на тебя смотрит как на чужого человека и говорит, кто ты, ну, что ты, откуда ты можешь знать? Ну вот, откуда ты можешь знать, это ж не тебе сейчас об этом сказали. И тут уже мы начинаем объяснять, что вот, ну, есть процент людей, которые, да, вот инфицированы. Это да, это нехорошо. Ну, мы не говорим, что да, ничего страшного, успокойся. Нет. Мы объясняем, что почему это может произойти с каждым и почему не стоит этого цуратися на украинском. Ну, стыдиться и. Дякую вам. А пані Світлано, а ще хочеться від вас почути, чому у нас у суспільстві все ще є дискримінація відносно людей, які хворіють на ВІЛ та СНІД? У нас на самом деле очень серьезная дискриминация по отношению к этим людям. Отказывают от медицинской помощи, отказывают даже скорую помощь отвозить, если говорят, и у меня там ВИЧ-инфекция. Все, скорая помощь даже иногда начинает одевать кучу вот так перчаток и всего там халаты, скафандры. Ну, то есть отношение само, потому что мало информации о ВИЧ-инфекции, мало информации о том, что это хроническое заболевание, мало информации о том, что человек, который пьет АРТ-терапию, в принципе не может инфицировать другого человека, даже если они живут открытой половой жизнью, не, без предохранения. Если человек пьет АРТ-терапию, он, ну, например, хирург делает операцию, он должен эту операцию по своим протоколам, я так понимаю, делать, исходя из того, что каждый человек может быть потенциально ВИЧ-инфицирован или там иметь туберкулез или какие-то хронические другие заболевания. И у него есть какие-то средства защиты. Но все равно какие-то обязательства, вы должны пройти там тест на ВИЧ, вы должны все это принести справки о том, что, что у вас нет ВИЧа или у вас есть ВИЧ. Ну, такие вот ситуации. Само заболевание, это тянется еще с того времени, с 20-х, когда была спич ума 20 века, это все было так везде на всех, была газета «Спид-инфо», где писали страшные истории про это заболевание, и это все идет, это все продолжается, сознание людей, никто не меняет сознание людей об этом, знание людей об этом заболевании, никто, ну как-то мало информации, у людей мало информации. Если сказать, допустим, вот идет ВИЧ-инфицированный человек, подойди его там, обними, поцелуй. Ну, может быть, кто-то это и сделает. Ну, вряд ли. Честно, вряд ли. Кто-то скажет, ну все, пусть вот он идет там себе, да, со стороны, пусть он себе идет. К нему не подойдет никто и руку ему как бы не протянет. Ну, вот, ну, это факт. Если даже вот так выйти на улицу и сказать, вот идет инфицированный человек, пожмите ему руку. Ну, я думаю, из 10 один, может быть, и пожмет. И то вряд ли. Ну, я на так... жаль. На жаль так и угу. есть, честно. Поэтому, ну, эта ситуация, она такая и есть. Дякую вам. Питання. Пані Анна, скажіть, будь ласка, з приводу тесту, ви кажете, це не 100% результат може бути і потрібно ще до обстеження. Можете розказати, що саме входить у це до обстеження? Смотрите, тест, оральний тест, ну, это 99%. Но все равно есть там 0,01, да, процент. Когда человек в случае положительного теста орального, человек приходит, ну, созванится, ему объясняем, куда прийти нужно, в городской центр СПИДа. Ему там набирают уже венозную кровь и отправляют ему на ферментный анализ для подтверждения диагноза. И делают еще повторно, ну, 3 теста, только уже кровь с пальца. И тогда уже человек, ну, идет на лечение. А скажіть, будь ласка, чи залежить якось перебіг лікування, прийому цих пігулок від того, наскільки пізно людина дізналася, скільки часу вона вже жила з цим діагнозом? Ну, там є різні схеми лічення, їх, ну, їх немного на самом деле, но вони є різні. І це вже назначає доктор. Доктор назначає, доктор підбирає схему і доктор назначає цю схему лічення. А чи є взагалі якась симптоматика? Ось пані Світлана казала про те, що на пізній якій стадії вже погано почувається людина. Чи можна якось завчасно, можливо, розпізнати, чи на які симптоми звертати увагу? Ну, це часті простудні заболівання, це увеличення лімфоузлів, це туберкульоз. Ну, їх багато таких сопутствуючих заболівань. Взагалі для себе, вот для себе, щоб не упустити цей момент і не потеряти, ну, імунітет повністю, нужно тестироваться раз в полгода. И тогда вот раз в полгода, если человек будет проходить тест, если он в течение полугода узнает, что он инфицированный, он начнет принимать лечение, иммунная система не пострадает. И тогда он будет вообще там не восстанавливать иммунную систему, а потом, да, там, а он будет просто оккупировать ВИЧ и жить, ну,
Ведь человек, он же не умирает от самого ВИЧа, он умирает от сопутствующего заболевания, да, которое, вот, ну, иммунитета нет, и там человек заболел гриппом, к примеру, да, а если бы иммунитет был, то иммунитет бы поборол этот грипп, человек бы жил, вот. Поэтому для того, чтобы не допускать, раз в полгода проходить тест, тем более сейчас уже есть оральные тесты, раньше палец кололи, боялись многие палец колоть, сейчас уже даже палец колоть не надо. Все, прошли тест, сделали раз в полгода и уверены в себе, в своем коханні, и все хорошо. Дякую вам, дякую, що завітали, дякую за інформацію. Глядачам ми бажаємо, аби вони так оберегли своє здоров'я та не боялися тестуватися. Це турбота про себе. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Світлана Родік, спеціалістка громадської організації «Синергія душ», та Анна Ларченкова, соціальна працівниця громадської організації «Синергія душ». Говорили про те, також, що у Дніпрі до Дня закоханих влаштовують акцію, яка називається «Протестуй своє кохання». Так от можна зробити безкоштовно та цілком анонімно тест на ВІЛ. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.